Дорогие зрители, череда печальнейших утрат в мире российских знаменитостей, звезд, а также мирового шоу-бизнеса никак не может прерваться, и март становится одним из самых печальных месяцев, когда один за другим артисты уходят навсегда. Здесь люди, которых мы безгранично любили, актеры и актрисы, всю свою жизнь посвятившие сцене, театру и кинематографу. И вот сегодня новая весть о потере. Стало известно о том, что навсегда ушел народный артист, настоящий талант, человек, который был буквально одарен Богом, Вячеслав Кирьевичев. Весть об уходе Вячеслава сегодня рассказали его коллеги. Все произошло на 83-м году жизни, а причиной стала продолжительная болезнь, характер которой не уточнен. Сейчас коллеги и близкие люди вспоминают его за огромный талант и невероятную способность виртуозно воплощать любые роли, любых персонажей и самые разные характеры. Это настоящая потеря для всех ценителей советского кино. Мы прощаемся с ним навсегда сегодня. Каждый день на нашем канале мы говорим о судьбах популярных людей. Не забывайте о подписке и берегите себя.